Николай, что бы вы хотели сказать? Мое послание человечеству. Да. И для начала я маленечко представлюсь. Мы будем говорить сегодня о вечном. Есть что-то временное, мы будем говорить о вечном. Итак, обо мне. Я вечный студент. Я нахожусь на базе НЭТИ. Я здесь учился 30, правда, лет назад. Вот. И, в общем, в моих интересах немного изменилось. Я тогда играл на гитаре рок-н-ролл. Я до сих пор его хочу играть. Мне нравится играть на гитаре, потому что я сделал открытие за эти 30 лет, что музыка – это язык любви. Второе открытие, которое я сделал, это то, что люди часто об этом забывают. И они не любят свою планету. А планета – это большой и очень важный друг, почти как... Да не почти как, а больше чем мама. И когда на этой планете происходят какие-то штуки такие, которые называют только антиэкологичным мышлением, что помойка там, свалка какая-то, что-то как-то где-то, мы производим много отходов и забываем их утилизировать. А я музыкант. Как это дело все можно увязать? Если делать чисто фесты, когда мы делаем пропаганду в несознательных, пока свежих, молодых еще умах о том, что на планете не надо делать каку. Надо, чтобы она цвела и была красивой. И поэтому вот эти все пластиковые пакеты и прочие мусорки, помойки, их надо сразу, с самого начала упаковывать так, чтобы они шли в дело. И тогда не будет никогда никакого ШИЭСа и никакой гражданской войны. Мы за мир.